Итак, я на даче. Обожаю мой сад, мою дачу. Купила растений, освободила вот площадочку перед домиком. Купила уже растения. Клен, можжевельник, вот еще одно дерево, вяз, гейша. Вот хочу здесь это посадить. Но посмотрите, какой вид. Это же просто нереально. Любые растения, они не скроют вот этого вот прекрасия моего соседа. У меня, конечно, тоже в таком состоянии был домик, но я его уже привела в порядок. И вот я хочу построить здесь из реечек деревянный забор. Вот такая идея. Буду реализовывать. Следите за моими успехами или неудачами. Уже начала красить реечки. Вот такой грязно-синий цвет. Из них хочу сделать... Вот тут в конце деревянного забора из реечек еще один забор в клеточку из реечек. Как основа для клена. Вот два японских клена купила. То есть оранжевый драгон. Вот на синем фоне, мне кажется, будет интересно смотреться. То есть у меня будет двойной забор. Посмотрим, что из этого получится. Вот собрала такую примерную конструкцию из реек. Это 30 на 15 реечка и два столбика по 50 на 50. То есть они будут как основа. И вот как я предполагаю. То есть есть вот горизонтальные. Они будут 30 на 15. И она будет потом, по идее, крепиться к вот этой пятидесятке. Тут вот предполагаю такую хитрую конструкцию, чтобы можно было его повесить, сделать чуть-чуть длиннее. То есть оно будет упираться, а пока оно будет висеть, я буду так его прикручивать. А потом отпиляю вот это дело. Вот. Здесь нашлось у меня случайно в хозяйстве, на даче, как всегда случайно, вот такой уголок. Он как раз 30 оказался см. Посмотрите, как он тоже идеально вписался. Это из того, что было на даче. Вот думаю, вот так их прикрепить вначале первые, а потом пойдет, может, легче. Но это прожекты. Вот такая идея у меня. Посмотрим, что получится. Так, тут у меня реечки покрашенные. Реечки небольшие. Это сколько тут? 10 на 15. 10 на 15. Таких 11 штук было всего в супермаркете. Поэтому пришлось докупить еще другого размера. 15 на 30. То есть вот ихняя сторона 15 не совпадает со стороной 10 на 15. И вот по идее должно. Для того, чтобы вкопать в столбики в землю, вот нашла такие железные опоры. Они довольно прочные получились. Даже не пришлось их бетонировать. Вбили кол в землю на 60 сантиметров и расположено для бруса 70 на 70 сантиметров. Далее на брус нужно крепить планочки было с промежутком 10 сантиметров, чтобы уж точно не увидеть соседский домик. Но потом решила, что буду делать по-другому, что возьму дополнительный брус 30 на 30 сантиметров, его прибью к основному брусу 70 на 70 и уже затем буду крепить к нему реечки. Получилось отлично. То есть вот что получилось. Серым цветом я покрасила основной брус и лазурью дубовой реечки. Основание красила каучуковой мастикой, чтобы оно не гнило. И вот моя красота. Как я рада, что этот проект осуществился. Теперь я не вижу соседского дома. Мои растения радуются, да, такой поддержке, основе. Вот здесь дуболистная гортензия у меня уже растет. Гейша, вяз. Ну просто я теперь любуюсь и радуюсь. А мой японский клен Orange Dragon за пару недель, когда делался этот проект, стал карминово-красный. Я так и думала, что вот этот синий цвет опоры будет идеально сочетаться с карминово-красным. Да, моя дача преобразуется, и я так этому рада. Я так люблю мою дачу, так люблю растения. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Переделки своими руками, посадки растений. А вот здесь мой еще один клен, тоже гент. Да, здесь шалфей, минджулип.
Овсяница тут насадила, уже начеренковала на осень. Попалую теперь свои спину и ручки в гидроджакузи. Как я счастлива на своей даче. А вот некоторые фото, которые вдохновили меня на создание этого проекта, на создание Тэшина. Сперва думала, что нужно такую клумбу делать, но потом поняла, что не обязательно. И вот такие ромбики меня тоже привлекали. Но полосочка более современная, как мне показалось.